Ребята, все на огромный привет. Сейчас приехал Тентер. Кстати, кто помнит зловещий спортмастер? Помните, когда мы с Самойлом были в спортмастере, там это... На нас тогда в то время напали. Короче, сейчас я должен с этим, с Кристиной встретиться. Еще раз думаю, наберу Кристину, прогуляюсь с ней, потому что она уже скоро с Днепра уезжает. И, наверное, здесь скучно. А завтра мы вроде бы вдвоем должны идти на Сорочинскую ярмарку. Вот только я не знаю, когда уже начинается вот этот спектакль. Ребята, пришел уже на набережную. Ку-ку, Кристина. Гляньте, какой классный, шикарный закат. Смотри на облака какие-то. Да, и облака вообще офигенные такие. Сейчас вам покажу, тут лодочки катаются. Думаю, встречу с... Сколько тебе еще осталось дней в Днепре? До воскресенья следующего. Еще недельку где-то, да? Что Кристина скучает, бачите, если б не я, вы не выходите с Кристиной гулять? А я Коля выхожу выходит. Каждый день. Так что не такой я уже и плохой. Взялись с Кристиной. Чай. Кристина чай взяла. Кстати, вот мы покупали второй вот стаканчик. Этих таких этих машинках. Получается, вот если захотите второй стаканчик, надо опять же платить деньги за тот же самый чай, потому что, говорит, стаканчики все на счету. Так держать невозможно. Да. А я взял себе вот такую штуку. Что это такое, Кристина, я не пойму. Маршмеллоу. Упало маршмеллоу. Даже упало. Сейчас бахнется. Короче, оно-то прикольно, но как его есть, да? Так это маршмеллоу. Еще сливки здесь были политые. Сливки, да. Ну хоть трубочкой тоже. Но оно сейчас вот это все бахнется вовнутрь. Ну, будет по маршмеллоу. Вот эти корабли такие классные, вот там вот плавают. Пиратские. Да, люди рыбу ловят. Ну, мы пройдемся по набережной, посмотрим, что там есть интересного. Вот я люблю, когда вечером, да, потому что... Да, вообще красиво. Во-первых, не жарко, во-вторых, нету такого сильного ветра, знаешь. И там вообще, да, там тоже шикарно. Вот этот закат вообще бомба просто. Ищем с Кристиной лодку. Хотели покататься на лодке. Маленькая. А, может. А вот смотри, что лодка. Я в Новосковске была. Бахалась. Что ты была? Верю. Говорю, сюда. Ты махала гей? Да. Не сильно. Ну, давай маханай. Да, не. Слушай, пошли спросим за этот корабль. Вон еще один. Ура. А вот это, кстати, на вот этом, я катался на вот этом вот маленьком, до Монастырска ведет. Вот это стоит 80 гривен в час. А как узнать, когда они отправляются? Пошли спросим. Ну да, там написано 8.30. Это тоже может быть. Думаешь, это тоже 8.30 отправляет? Может, немножко позже. А сейчас мы спросим, потому что нам еще надо будет потрендать, да, вот человек. А вы не спрашиваете, когда они отправляются? Ага, спасибо. Пошли спросим. Вот тут мостик. Сура называется, типа. Ой, мне стрёмно будет. Я так провалюсь. А ты чё не идёшь? Так а чё вы идёте в Китай? Кристина болит. Что, никого нет? Думаете, капитана корабля? Здрасте. А вы не скажете, когда вы отправляетесь? Мы отправляемся по наполнению. То есть как только у нас будет необходимое климатическое и целесообразное наполнение. А сколько примерно нам надо человек? 15. Громадный, как мой воин. Не, я понял, не, просто мы ждем еще одного человека. Мы вот смотрели ту лодку, она в 8.30 отправляется. То есть... Величта? Вот та вот? Да, да, да. Ну да, тут по расписанию. Мы просто ждем еще одного человека, потому она нам не подходит. То есть вы пока людей наберете. То есть когда вы затарите людей, когда вы отправите, да? Конечно, конечно. Ну а так все эти походы, они работают. Хорошо, тогда мы подождем уже человека, потом придем. Спасибо. У вас тут есть, да, что-то выпить? Пиво только. Забыла, только пиво, закуски к пиву, мороженого, пепси, севенап. Понял. Хорошо, спасибо. Можно со своим, да? Да-да, я пью. Да, вообще. Кристина. Когда мы были молодыми. Мужчины
так интересно играет на набережной. Ага, ну это надо уметь на этом играть. Да, тут парень, помнишь, один раз мы с тобой ходили, такой был возле филармонии. Сейчас вот мода пошла на вот эти шарики, тоже такие светящиеся, знаешь. Помните, какой классный, да, ресторан Горец. А что Горец? А, Горец, да? Я думал, Горец. Я не знаю, где можно. До 24.00 работает. Менюшка такая, смотри, на улице висит, да? А он троится на нашей. Мастер-классы для... Это для больших и маленьких. Диска, пикник. Ага, классно. Ну, тут тоже, знаешь, надо, когда нету ветра, когда спокойно, потому что когда ветер, тоже можно, знаешь... Да. А вот смотри, еще одна вот там вот лодка есть. Мы заодно спросили. Думаешь? А, это типа как пиратский тот корабль. Знаете, что меня здесь удивляет? То, что нету ни одного мусорного ящика. То есть идешь, а ящиков мусорных вообще нету. Прогулка по Днепру. Может, надо было пойти спросить, сколько это стоит, и вообще, когда они отправляются или нет? Ну, мне вот больше нравится вот тот корабль. Да, вот тут такой как пиратский. А тут тоже зазывает. Вот. О, классно, цветная вата. Ты любишь вату? Не любишь? А чё? Приторный? Не останавливаюсь. А, якорь такой, да. Вот тут. Вчера я здесь был, этого не было. Сейчас вот всякие такие разные, типа червячки какие-то продают. Конфеты разные. Туда больше люди идут, потому что там наша музыка. Да, потому что там более так... Ну и он корабль сам так сделан, как пиратский. Это так классно. Еще один корабль. А что 30? Было 50. Было 50, уже говорят 30. А может быть, да, может быть, что последняя просто прогулка. Написано туалет, а здесь туалеты. Вот такие комары летают, пипец. Ну, пошли, выйдем, посмотрим сюда. А можно вот так вот сидеть. Он такой классный. А он, смотри, какой он тоже плывет. Видишь, с подсветкой такой зеленый. Классный, да? А там 35? А он еще один, смотри, корабль. Смотрите, какая красота вообще, просто шикарно, да? Только вечером. Смотрите, какая машинка классная. Ага. А, это кофе, да? Это так... Хот-доги, кофе классная такая. Чай по 8. Тут, кстати, дешевле, смотри, чай, кофе, да? Ну да. Это же растворимый. О, там взлет этих байкеров. Что это такое? Пиздец, блин. Гля, маленький эти. На ножу. Брат, пойдет, поэтому убежит. Интересно так. Ты что, оно так бесконечно бежит? Там батарейки есть. А сколько он стоит? Тут есть светящиеся, тебе подарю, эти 60, а эти 35. Тихо, интересно. Миньоны. Подула, она загорела. Ну, черт себе. А вы первый раз спрашиваете или узнаете вообще? Не, первый раз. А, все первый раз. Вообще они по 130, это тут 190 гривен. Ого, 130 гривен, капец. Дорого, да, 130 гривен за шарик? Не, ну,
Видишь, необычный. Необычный. Светящийся. Свет нынче дорог, понимаешь? Надпись. О, кстати, поэтому покрасили недавно. Она была грязная. I love Dnieper. Нарисованная всякие. Тут, кстати, всегда на вот этой стороне вот на моциках парни приезжают и вот тут вот, типа взлеты. А ты хотел? А я катался один раз. Честно, мне не очень понравилось. Да надо. Дуя, мухи, это все комары, все страшно, если честно. Я, ну, не знаю. А может, тут вообще кто-то и на прокат, не знаю. Может. Я видела, тут уже фоткаются с ним. Да? Вот идем к шарику, посмотрим на шар. Тут такой огромный. Угу. И какие тут две высотки. Все, мы, короче, решили на пиратский корабль пойти. По дешевце, по 30 гривен. Только глянь, там вообще мест уже нету. Где мы там сядем? Ну, я там слева сядем. Там разве что сзади и то. О, тут и лестница. Ну, там вообще мест нету. Пойдем подымемся, нет? Уже на другую. Может, ты хочешь возле кого-то сидеть? Рядом с кем-то? А? Рядом с кем-то? Отдельно есть? Лига 2, первая. Кристина. На пиратский корабль. Шагом марш. Там вот, смотрите, еще один корабль приехал. Пиратский корабль проедет. Кристина, ну как тебе на пиратском корабле? А? Хорошо. Хорошо, кажется. Корабль пиратский. Не курить. Тут, конечно, немного шумно, потому что, во-первых, тут будет музыка играть. Вот этот мотор все время будет. Это сумка стоит. Видите, какая красота, да? Шикарно. Вот. Наверное, ночью намного лучше, чем днем, потому что днем... Гляньте, какая красота! Это, кстати, ресторан называется Горец. Шикарный такой, мне очень нравится. Мотор Honda. И катадорожка. Самое главное, знаете, что билеты стоят 30 гривен. То есть недорого. Ты себе плывешь, плывешь за 30 гривен. То есть класс. Ну и, конечно же, классно то, что вечером. Потому что если бы днем, то днем не такая красота. Я надеюсь, вам качество хорошее. Вот, мне нравится такая вот вечерняя прогулка. Смотрите, какой классный ночью мост. Кристина уже накаталась, де по трапу. А что у тебя случилось? Чего? А новые будут? Пусть деньги отдают. Уважаемые жители и гости города, до завтра. Хорошо. Что? Братик. Кристина, ну как тебе впечатление? В принципе, хорошо. Если было бы не холодно, если бы немножко посветлее было. Я думаю, можно будет посмотреть. А так оно холодно, ты едешь. Ну, понравился тебе Днепр или нет? Да. Но я хочу еще приехать, может быть, днем как-то на набережную, тоже покататься, чтобы больше увидеть. Зашли с Кристиной в Мост-Сити. Да, у Кристины бедный шлепок порвался. Да. Значит, такая, есть такая... Это корабль виноват. Слушай, подожди, тут двери. Ага. Значит, такая классная песня. Тебе нравится Поляковая? Ну, так Ольга. И все песни нам нравятся. Ольга Полякова. Ольга, да? Она? Да. Она сегодня, кстати, в Крым Рогу выступает. Да? У нее есть такая классная песня, знаешь? Я эти песни не знаю. Шлепали шлеп. Боже, слушайте, как маршрутка. Хай да, Бог милый. Что ж ты теперь делать со шлепками будешь? Ну, буду завтра новые покупать. Вот это ты покаталась на корабле за 30 гривен, порвала шлепки.